В решающем матче за Кубок ночной лиги встретились команды «Атлетик» и «Нестер Сити». Поединок прошел на футбольном поле в Нестеровское. Подробности игры и заслуженное награждение в репортаже Идриса Эжиева. Этот вечер особенный для всех любителей ночного футбола. Ведь на поле в решающем матче встретились финалисты Кубка. Чемпион сезона «Атлетик» начал матч в привычном для себя стиле второго номера, действуя на контратаках. «Нестер Сити», напротив, ставит на контроль мяча и быстрое взятие ворот. У команд мяч хорошо держится. Видно, что коллективы сыграны и хорошо знают друг друга. После хорошего отбора чемпион вырывается вперед. «Нестер Сити» не отчаивается, ведь времени предостаточно. Быстрые передачи и плотные удары, однако вратарь непоколебим. После нескольких удачных атак «Атлетик» сначала удваивает, а потом и громит соперника. Первый тайм проходит полностью под диктовку чемпиона. В матчах все как у профессионалов. Бутсы, хорошие мячи и отличное судейство. Здесь не получится взять результат случайно, ведь в футболе рефери непоколебимы. Спорные моменты из-за того, что какой-то игрок недоволен моим решением, я же не могу послушать его, там, изменить свое решение. Я судья, я сужу, как я вижу. Ребята очень эмоциональные, и почти всех я тут знаю. И, ну, они принимают мое решение, хотя с большим трудом. Никто не хочет проигрывать. Несмотря на холод и моросящий дождь, болельщики также здесь. Хороший футбол буквально притягивает людей, а наблюдать вживую за игрой гораздо приятнее, нежели по ТВ. Я, конечно, присутствовал практически всех матчей. Вот я сам житель сельского поселения Яндерь. У нас там представлены были две команды. И очень хорошая организация. Я бы хотел поблагодарить организаторов данного турнира в целом. Команды очень хорошие. После перерыва команды продолжили игру в том же ключе. В начале второго тайма «Атлетик» забил еще два и сделал счет неприличным. Однако «Нестер Сити» все же смог взять ворота чемпиона в конце встречи. Итоговый результат 5-1. Сезон для команд окончен. Матч прошел очень напряженным. Соперник был сильный. Всегда конкурирует с нами. У нас очень тяжелая игра была с ними. Мы считаем, что мы по праву выиграли. «Атлетик» очень сильная команда, хороший состав. Играет давно. Наигранный уже состав. Нам чуть не повезло, игра не пошла. Были изменения в составе, из-за этого чуть-чуть не получилось. Ночная лига – отличная возможность собраться на поле вечером и посостязаться в рамках хорошей конкуренции. Большое преимущество – игры проходят в самое подходящее время. Все игры у нас проходят в вечернее время, с 19 часов ночная проходят матчи, потому что у нас среди игроков в основном это студенты, там, рабочие люди, которые после работы могут после свободное время поиграть в футбол. Этот сезон – это у нас четвертый сезон. Такой конкуренции, как в этом сезоне, раньше у нас не было. Почему? Потому что до последнего тура у нас не был еще определен победитель ни в высшей лиге, ни в первой лиге. Конкуренция была очень сильная, и победитель определился уже буквально в последнем туре. Победитель Кубка ночной лиги четвертого сезона зима 19-20 ФК «Атлетик» Сунжо. Сунжинский коллектив взял золотой дубль. Чемпионат выдался напряженным и очень конкурентным. Ведь до последнего тура за золото боролись несколько команд. Небольшой перерыв, и команды вновь встретятся на полях нашей республики, но уже в весеннем сезоне. Идрис Эжиев, Магомед Белакиев, Новости 24.